Всем привет, друзья! Запускаем сегодня новый вызов. Это 20 на 100 подтягиваний. 20 килограмм на 100 повторений за минимальное количество времени. Посмотрим, за сколько я сделаю. И также передаю всем, кто смотрит. Попробуйте тоже, ребята. Если вы сильные, то принимайте обязательно. Поехали. Ну что, у нас тут 20 килограмм. Надеюсь, видно. Начинаем, запускаем время. Блин, друзья, такой косяк, короче, допустил. 12 повторений уже сделал, а оказывается, камеру не включил. Поэтому начинаем заново. Запускаем таймер. Полетели. Первые 7. Блин, жалко, конечно. 12 сделал уже. Запорол. Ну ладно, чё. Мой косяк, я виноват. Не оправдываюсь. Отдыхаем секунд 20-30. 12. А было бы 24. Ну ладно. Сделал, короче, 12, забыл камеру включить, записать, приходить. По новой, что ли? Да, по новой. Так бы было уже 37. Ну ладно. 25. Уже тяжело вот, слушай, идет. Тяжело. Сложно будет до 100, конечно, дойти. Попробуем. 25. Переставим камеру, сменим ракурс, чтобы интереснее было вам. 35. Это значит, ваш лист на сегодня будет завершаться. К нам лично писал Александр. Нам пытались найти песню, которую послушали. Он в итоге предложил что-нибудь из Ленинграда, но не Лабутена. Сошлись на том, что это будет Геленджик. На вас большой за заявку, так что Ленинград... 39. Сложно уже. Мышцы забили. Сейчас это сложно слушать. На сколько раз? 45. Еще 8, еще 3. Я пронюшу. Это дичь, ребята. Это очень жестко.
Знаете, в чем главная проблема Артурика? Это то, что он за первые несколько подходов закислился. Никогда нельзя делать первые подходы на максимум. Лучше оставлять максимальный запас. Я, кстати, делать на максимум делал. Я 7 делал. Я 2 подхода сделал. Сначала 7, потом 5. Потом забыл камеру включить. И заново делаю, короче. А так получается, я уже 57 сделал, если считать первые 12. А сейчас 45. Блин, это сложно, слушай. Блин, это сложно идет. 61. Тут, короче, такая тема. С весом довольно сложно до верха. Это подбородка дотягивается, потому что кривая эта фигня идет. Поэтому не совсем получается дотягиваться. Блин, я забыл. Сколько было, я забыл, сколько сначала. 51. Теперь переставим камеру, чтобы интереснее было куда-нибудь сюда. Оп. Я, короче, уже умер. С меня под ручьем течет. Семьдесят три.
37. Короче, в верхней фазе, как вы знаете, когда уже выше поднимаешься, там уже бицепс работает. У меня бицепс уже не тянет просто. Переставим. Восемьдесят четыре. Блин, это ужас. Из меня просто душа выходит. На самом деле тут 25 должно быть. Я случайно скинул в начале 4 минуты. Сотка. Фу. Смотрите, как я вспотел. С меня просто вся вода вышла. Короче, заняло это 26 минут. До сотки 26 минут. Пробуйте. Мне, короче, все сосуды пережало от этого веса. 30 минут попробуйте, короче, с 20 килограммами походить просто. Ниже это уже не для этого сайта. А так, друзья, повторяем этот челлендж. Записываем, выкладываем на ютубчик. Отмечаем меня, если в инстаграмчике где-то будете постить. Я посмотрю, за сколько вы сделаете. Мой рекорд 26 минут. Неважно вообще, какое какие у вас повторения, чистые, нечистые. До конца, не до конца, вы попробуйте просто сотку сделать. Единственное условие – это руки должны быть не меньше 90 градусов. То есть, если у вас вот так, то это не считается. 90 градусов – это минимум должно быть. Либо выше, либо 90. Вот так не считается.